Здравствуйте, на Кубань-24, программа «Постфактум». С вами я, Елена Касабова. В ближайший час расскажу о самых важных событиях, цифрах и фактах, которые запомнились нам на этой неделе. Об историях, которые заставили призадуматься, и о людях, которые были в центре внимания. Итак, мы начинаем. Две страны одной культуры. В Санкт-Петербурге прошел форум России и Белоруссии. Насколько крепки связи нашего края с этой республикой и с какими предложениями кубанская делегация отправила в северную столицу? Из Сибири с любовью в Краснодар отправилась первая партия трамваев из Челябинской области. Сколько вагонов засучат железными колесами по кривой столице и чем оснастят на Усть-Катавском заводе трамваи для Кубани? На холодном пайке жители одного из поселков Абинского района почти 10 лет живут без горячей воды. Почему пересохли краны и опустились руки у людей? Какой выход предлагают власти? Пьяное солнце, лето, море, песок, туристы и литры контрафакта. На Черноморском побережье проходят десятки рейдов по выявлению суррогата, что предлагают отдыхающим под видом вина и коньяка. И о персонах на этой неделе под прицел наших камер попали председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, которая расскажет, как начинается ее утро, сложно ли женщине возглавлять крупнейшее предприятие края и сколько лет она счастлива в браке с мужем. Руководитель краевого БТИ Владимир Пушкарев, который расскажет, что до конца июля собственники земельных участков могут подать замечания, если таковые имеются, по кадастровой оценке их недвижимости. И глава фермерского хозяйства из Лабинского района Людмила Мельниченко, которая научилась в жарком южном климате выращивать капризную северную ягоду. Начнем с главного политического события этой недели. В Санкт-Петербурге завершился 6-й форум регионов России и Белоруссии. Такой трехдневный межрегиональный диалог, который завершился пленарным заседанием с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко. Если конкретно говорить про связь Краснодарского края и Республики Беларусь, то здесь сотрудничество уже давно многолетнее и дружеское. Республика сегодня является одним из крупнейших стран-партнеров для региона. На Кубани работает много предприятий с участием белорусского капитала. Давайте пройдемся по цифрам прошлого года. Этот еще не закончился. Вот товарооборот нашего региона с Республикой Беларусь. 356 миллионов долларов. Из них экспорт 146, импорт почти 210 миллионов. Это то, что касается экономического сотрудничества. А вот факты, которые говорят о нашей дружбе. Города побратимы. Новороссийск и Брест, Геленджик и Витебск, Туапсе и Гродно. И районы побратимы. Наш Белореченский и Белорусский Смолевичский и Крымский и Лидский. В общем, и дружим, и работаем. Станут ли эти связи крепче, расскажет наш спецкор Яна Бузычкина. Она работала на форуме в Петербурге и знает, с какими предложениями наша делегация отправилась на форум в северную столицу. Российско-белорусский форум уже 6-й по счету. В этом году лидеры двух стран, главы субъектов и представители бизнес-сообщества собрались в Санкт-Петербурге. Такая деловая площадка, как форум, отлично подходит для формирования прямых контактов между регионами двух стран. Ведь нас связывает не только союзное государство, но и сотрудничество в различных сферах, от сельского хозяйства до науки. Участников форума регионов двух государств в этом году гостеприимно принимает Таврический дворец. Его называют колыбелью российского парламентаризма. Еще в 1906 году здесь заседала первая Государственная дума. И уже сегодня в этих стенах продолжают обсуждать и принимать важные для страны решения. Последние два дня здесь говорят о том, как создать между Россией и Белоруссией единое культурное и гуманитарное пространство. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, фармацевтике, в транспортной сфере. Целый ряд межрегиональных документов подписан и в рамках нынешнего форума. Рассчитываем, что их реализация будет способствовать дальнейшему укреплению российско-белорусского партнерства практически во всех ключевых направлениях. На 6-м форуме регионов России и Белоруссии больше 1000 участников, представителей обеих стран, главы ключевых ведомств и министерств, руководители регионов, а также представители деловых кругов. Ведь выстраивание прямых связей между отдельными компаниями и есть одна из главных задач этой площадки. На полях форума глава Кубани Вениамин Кондратьев встретился с губернатором Минской области Анатолием Исаченко. График настолько плотный, что детали сотрудничества обсуждают буквально на ходу. В прошлом году товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией составил 356 миллионов долларов. Это около 3% от общего оборота региона. Более 40 компаний экспортируют свою продукцию в соседнюю республику. Можно сказать, что кубанские и белорусские товары соседствуют на одной магазинной полке. Рынок он сам определяет к вопросу прозрачности и возможности. Мы сегодня максимально ту продукцию, которую производим в крае, позиционируем среди местного населения, среди жителей, которая также очень
востребовано. Вот здесь не должно быть обид. Если на самом деле продукция, которая производится в нашем регионе, молочная и иная, востребована, а продукцию из Беларуси не покупают или в меньших объемах покупают, здесь нет никакой политики. Это просто рынок, который определяет спрос. Поэтому здесь все по-честному. Кубань готова расширять сферы сотрудничества. Взаимовыгодным направлением является не только сельское хозяйство, но и легкая промышленность. Белоруссия славится своим текстилем и качественным сырьем. В свою очередь, Краснодарский край готов наладить поставки натуральных тканей из соседней республики. Перспективы сотрудничества есть и в культурно-гуманитарном направлении. Белорусская страна заинтересована в молодежных обменах для школьников и студентов. Краснодарский край, в частности, очень хорошо сохранил систему профтехобразования. И вот вчера на совместной площадке с Белоруссией мы обсуждали тему о необходимости повышения квалификации преподавателей колледжей профтехобразования с тем, чтобы новые современные технологии преподавали ребятам. В общем, достаточно много вот таких, точек приложения. Политическое и экономическое взаимодействие России и Белоруссии укрепляет и вне форума. Для двух стран этот год юбилейный. В декабре исполняется 20 лет со дня подписания договора о создании союзного государства. Яна Бузычкина, Денис Перец. Постфактум. Из столицы Северной перенесемся в Южную. В Краснодаре грядет долгожданное транспортное пополнение. Первые из трех десятков обещанных мэрией города новых трамваев уже едут к нам из Челябинской области. Вот кадры Усть-Катавского завода. Там сейчас как раз готовят спецзаказ, партия для Краснодара. В салоне будет работать Wi-Fi и кондиционер для подзарядки телефонов. Есть еще USB-разъемы. А для детских и инвалидных колясок предусмотрели специальные площадки. Именно для Краснодара на заводе даже разработали дизайн вагонов. Вообще, эта модель уже прошла проверку в 20 городах страны и зарекомендовала себя как комфортный и надежный транспорт. Вместе с первым трамваем на Кубань приедет и команда наладчиков. Они в процессе испытаний устранят все выявленные пассажирами недостатки. Всего до конца года трамвайный парк пополнится 35 новыми единицами. 4 из них трехсекционные. На покупку транспорта из краевого бюджета выделили 3 миллиарда рублей. В скором времени появятся в Краснодаре и новые троллейбусы. Городская администрация приступила к закупке 10 новых машин. Заключить контракт с победителем аукциона планируют до середины августа. Но пока граждане в ожидании нового электротранспорта, жители другого населенного пункта ждут горячую воду. Причем почти 10 лет. Да-да, вы не ослышались. С 2010 года в поселке Ахтырском Абинского района люди живут без горячей воды. Местная котельная давно отслужила свое, ее построили еще в 1978 году. И сейчас проще возвести новую, чем ремонтировать эту. Жители Ахтырского уже практически смирились с ситуацией, и многие начали устанавливать в квартирах бойлеры. Как в 21 веке люди 9 лет живут без горячего душа, и есть ли какое-то решение проблемы, выясняла Инна Чайка. В каждой квартире дома по улице Горького есть дежурная кастрюля. Это неизменный атрибут ежедневных водных процедур. Ирине Кияевой и ее мужу 5 литров кипятка хватает, но если в гости приезжают дети с внуками, а это 9 человек, процесс купания растягивается на долгие часы. Если у меня собираются все внуки, то это представьте, сколько раз нужно ставить греть. Хотя это только так ополоснуться. При жаре такой, которая у нас здесь на Кубани. Первый звоночек был в 2010 году. Тогда горячую воду неожиданно начали давать по часам. Месяцами жители требовали от коммунальщиков объяснений. Как рассказывают сами, в ответ постоянные обещания о счастливой жизни. Дальше хуже. Котельная закрывается на полгода, и горячая вода исчезает. Через время выясняется, муниципальное предприятие накопило огромный долг. 10 миллионов на сегодняшний день. Дело в том, что износ сетей 100%. Осенью и зимой котельная отапливает улицу. Вот та самая котельная, построена она в 1978 году. А ремонт здесь последний раз был в 1995. Тогда поменяли котлы. А, к слову, хватает этого только на 10 лет. То есть 6 домов, которые обслуживали эти котельные, получали тепло просто каким-то чудом в последнее время. Местные власти нашли лучший, по их мнению, выход и порекомендовали каждому жителю многострадального дома приобрести индивидуальные нагреватели воды. Заставляют нас бойлеры, у нас дом старый, у нас ни проводки не выдерживают. И мы теперь сидим вообще на пороховой бочке. Кончается отопительный сезон, котельную мы на замок,
и по барабану. К недовольному электорату приехал глава сельского поселения. О проблеме знает давно. Сам живет в зоне отключения горячей воды. Дома же установил бойлер. Состояние котлов не позволит работать безубыточно. Не позволит. Это однозначно и понятно всем уровням власти. Чудо не произойдет, и котлы не станут с КПД 25% выдавать 90%. Претензии селян глава понимает, но отчитывается, что на восстановление сетей денег не было до этого дня. Пустить горячую воду смогут с 15 октября этого года, уверяет Скуратов. Так он сказал нам и жителям многоквартирника. То ли приезд телевизионной группы ускорил дело, то ли деньги неожиданно появились. Но в районе пообещали обновить сети. Муниципалитет планирует участвовать в программе по строительству модульных котельных. Предусматривается децентрализация теплоснабжения, то есть это мощная котельная, которая сегодня имеет большую протяженность тепловых сетей и подает, неся определенные потери. Мы ее планируем разделить на несколько модульных котельных. Но люди словам верят неохотно. Много они наслушались за последние 9 лет и гадают, изменится ли их жизнь в день X 15 октября 2019 года, когда вместе с отопительным сезоном из кранов наконец пойдет горячая вода. Инна Чайка и Артем Лычко. Постфактум. Вот такая история. Еще кое-что о жилищном вопросе. До 30 июля собственники земельных участков могут подать замечания, если таковые имеются, в краевой БТИ по кадастровой оценке их недвижимости. Так что обратите внимание, время у вас еще есть. Как быть тем, кто не успеет, и что необходимо делать в этом случае, и для кого БТИ Краснодарского края является примером? Об этом и не только. Мы поговорили с директором региональной структуры Владимиром Пушкаревым. Вот самые интересные фрагменты нашей беседы. Владимир Иванович, на первый взгляд, конечно, о вашей структуре рассказать сложно, но если в двух словах и коротко, все-таки, наверное, главная задача краевого БТИ – это государственная кадастровая оценка недвижимости на территории региона. И вот как раз-таки вот полученные результаты кадастровой оценки все-таки, наверное, и являются основой для начисления налога. Кадастровая оценка – это наше основное направление, в котором задействовано достаточно много наших сотрудников. И результаты государственной кадастровой оценки, они являются базой для расчета налога на имущество. Налог на имущество складывается не только из самой оценки, но и из ставки налога, которую применяют и которую определяют и муниципалитеты, а утверждают ее депутаты в поселениях и в городских округах. И вот как раз сам налог на имущество – это кадастровая стоимость и ставка налога, которая определена, и уже налоговая рассчитывает, исходя из этих двух показателей. Если кадастровая оценка даже корректна и она приближена к рыночной, то если ставка налога рассчитана не совсем корректно, она, если занижена, то недополучат местные бюджеты, а налог на имущество – это чисто бюджет муниципальных образований. Если завышено, то, естественно, будет социальное напряжение и недовольство граждан. Но вот как раз вот в продолжении вот этой темы, насколько мне известно, да, вот как раз до 30 июля собственники земли вот должны проверить свою стоимость, которую бы ты им начислила, и если случай там неточности и тех ошибки сообщить. Что из себя представляет замечание? Ну, и по большей части это доуточнение характеристик, которые мы, возможно, не учли. Для кадастрового оценщика, что является самым главным для расчета, это максимальная информация о конкретном объекте. Допустим, в этом году мы оцениваем земли сельхозного назначения, земли промышленности, сооружения, и это более 600 тысяч объектов. Если говорить про земли сельхозного назначения, не всегда у нас есть информация о видеоугодии, о назначении земельного участка. Допустим, если мы рассчитали как пашня, это будет самая максимальная стоимость. Если это сенокос или пастбище, она будет минимальная. Но если у нас нет информации о том, что это сенокос или пастбище, либо это пашня, то вот здесь как раз мы до 31 июля принимаем замечания. Замечания можно подать как через наш сайт, и также можно подать замечания через наши территориальные отделы. В каждом муниципалитете все адреса наших территориальных отделов БТИ находятся на нашем сайте. А вот как быть человеку, собственнику, который, ну, к примеру, упустил этот момент, там, вовремя не подал документы, вот что ему делать в такой ситуации? У него пойдет какая-то там начисление пени или еще что-то? Нет, пени никакой не будет. Эти результаты далее после завершения и приема замечаний мы направляем эти результаты окончательно сформированные и в Росреестр, центральный аппарат Росреестра, они утверждают эти данные. Далее департамент имущественных отношений в конце года эти результаты
утверждаются приказом, и со следующего года, с 1 января 2020 уже года, они применяться будут для налогообложения. Но опять же, если кто не успеет эти замечания подать, и после завершения всех процедур по оценке уже в 2020 году, можно будет направлять нам информацию для исправления тех ошибок, либо методологических ошибок. Но вот у вас все-таки такая достаточно специфическая структура, да? Можно сказать, там есть вариант там поучиться у кого-то, у своих коллег, там, обменяться опытом? Или все-таки каждый варится в своем соку? Мы общаемся с коллегами, мы делимся опытом, мы периодически ездим на разные съезды под руководством Минэкономразвития, Росреестра Центрального аппарата, и знакомимся с коллегами, делимся опытом. Ряд коллег и к нам уже приезжали из других субъектов. Как краевое БТИ выглядит на фоне, так скажем, федерации? Нас оценят все-таки граждане, нас оценит руководство края, но в целом хочу сказать о том, что мы на хорошем счету в центральном аппарате Росреестра, и в пример ставят нас. И более того, сегодня мы активно помогаем оценивать не только свои объекты, которые в крае. Руководство Дагестана обратилось к Давиду Ивановичу, нашему губернатору, о том, чтобы им мы помогли в плане оценки земель сельхозназначения Республики Дагестан, что мы сегодня делаем. И к середине августа у нас стоит задача завершить эту работу, поэтому работаем не только для края, но помогаем мы Республике Дагестан. Это был первый такой опыт с нашей стороны или это регулярно происходит? О том, что к нам приезжают по обмену опытом, это уже у нас на регулярной основе. Достаточно много субъектов уже приезжали к нам, но вот, чтобы мы оказывали такую не только методическую, но уже и практическую помощь и коллегам из другого субъекта, это, конечно, первый раз. Это еще не все наши новости, и вот что будет во второй части выпуска. Пьяное солнце, лето, море, песок, туристы и литры контрафакта. На Черноморском побережье проходят десятки рейдов по выявлению суррогата, что предлагают отдыхающим под видом вина и коньяка. Северная гостья на южной земле. В Лабинском районе собирают урожай голубики. Почему ее называют одной из самых капризных и сложных культур, и как ягода прижилась у нас на Кубани? Дом безопасный для детей. Сколько малышей выпадают из окон многоэтажек и получают травмы, даже не выходя на улицу. Какие опасности подстерегают детей в квартирах и как уберечься от них? Впереди еще много интересных тем. Сейчас идем на рекламу, а вы не переключайтесь. Второй блок нашей программы откроем новостями аграрными. И здесь радостная новость. Кубань собрала рекордный урожай зерна. Краснодарский край первым в стране завершил уборочную кампанию. Собрано рекордные 11 117 970 тонн зерна. Это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Такого урожая на Кубани еще не было. Мы в очередной раз доказали, Краснодарский край – гарант продовольственной безопасности всей России. Чтобы оправдать этот титул, мы из года в год держим марку. Выводим на поля самые современные тракторы и комбайны, подключаем к работе ученых, создаем высокопродуктивные сорта, следим за качеством почвы. Мы получили урожай пшеницы преимущественно 3-го и 4-го классов, самых востребованных на сегодняшний день. Но если на зерновых полях работа уже завершена, то на бахчевых сезон в самом разгаре. В Краснодарском крае началась уборка арбузов. На юге региона они поспевают уже в начале июля. А вот в северном Ейском районе ранние сорта только начали собирать. Прямо с грядки их привозят на ярмарки. С бахчи, конечно, это привлекает то, что вот они свежие, ниоткуда не привезенные. И именно то, что вот прямо с грядки, как говорится. Сортовой ассортимент подбирают специально по срокам созревания, чтобы успевать с уборкой. Среди самых популярных – медовый гигант. За этим овальным арбузом с коркой без полосок в прошлом году выстраивались очереди. В Ейском районе активно занялись бахчеводством примерно 5 лет назад. Причем выращивают арбузы и дыни именно виноградари. Культуры из семейства тыквенных – лучший предшественник для винной лианы. Когда мы делаем первое дискование арбуза после того, как мы собрали урожай, листья растения, плюс арбуз – это углевод, сахар, который и в почве накапливаются хорошие бактерии, почва улучшается и способствует лучшему росту винограда. Впоследствии эти поля станут виноградниками, а арбузы переселят на другие участки. Полностью отказываться от бахчи предприятие не планирует. В этом году, несмотря на достаточно прохладную весну и лето, с 240 гектаров соберут около 5000 тонн арбузов. Сезон не закончится, пока не созреют самые поздние сентябрьские сорта.
Пока на севере края убирают ягоду для нас традиционную, в Лабинском районе снимают урожай северные гости. Там в предгорной зоне собирают голубику, одну из самых сложных и капризных культур. Все потому, что плодоносит она только на пятый год роста. Так что первые 4 года тем, кто решился ею заниматься, приходится только вкладываться в будущий урожай. Оправданы ли такие риски и как прижилась в южном климате северная ягода, расскажет наш СОПКОР Юлия Кишинева. Без кубанского солнца самая северная ягода России не будет сладкой. Поэтому в течение дня за лучами небесного светила голубика поворачивается прямо как подсолнух. Вот так вот руками касаешься, и она сама вот сыпется. И вот видно, что она уже зрелая. Давить ее сильно не надо пальцами. Если еще пару лет назад голубику считали скорее диковинкой, то сейчас она продается едва ли не в каждом крупном магазине края. Но покупатели жалуются, много импортной ягоды. Так и родился бизнес Людмилы Мельниченко. Однажды сама захотела купить голубику, но именно местного производителя. Оказалось, что найти ягоду непросто. Конкуренции, да, практически в России, ну вот в Краснодарском крае нет, потому что ее вырастить очень сложно. И долгий период ее вот роста культуры, поэтому конкуренции нет. Урожай еще пока мы собираем с 1 гектара, у нас он продается. Пока у нас со сбытом проблем нет. Первые 4 года в такой альтернативный для Кубани вид садоводства средства приходится только вкладывать, причем немалые. Из-за коротких теплых зим голубика подвержена грибковым заболеваниям, с которыми необходимо бороться. Да и чернозем капризная ягода не любит, поэтому приходится создавать определенные условия в почве, чтобы получить урожай. Кстати, первый приличный сбор можно ожидать не раньше, чем через 5 лет. Но долгие ожидания кажутся не напрасными. При правильно соблюденных условиях выращивание голубика дает хороший урожай. В этом хозяйстве уборка идет через каждые 4-5 дней. Сезон уборки голубики стартует в июне. В начале лета созревают ранние сорта ягоды. Потом уборка длится в течение июля. И уже в августе, как говорится, подключаются поздние сорта. То есть фактически получается, что ягоду, вкусную ягоду голубика можно собирать в течение всего лета. В хозяйстве намеренно не считают объемы собранного урожая, ну или, по крайней мере, не называют цифру, потому что уборка пробная, урожай первый, не хотят раньше времени праздновать успех. Но ягода в холодильнике не залеживается. Покупатели приезжают из Лабинского района, Краснодара и даже Ростовской области. Наша кубанская ягода очень людям нравится, и все они сюда едут. Обильно едут, обильно кушают у нас ее, радуются, благополучие нам желают. Ну и вообще все довольны, и мы довольны, и мы рады, и они рады. Сейчас в хозяйстве выращивают 10 разных сортов голубики, чтобы понять, какой из них максимально приспособится к южному климату и будет давать высокий урожай. Особенно важны отзывы покупателей, ведь клиенты хотят есть не просто красивую ягоду, она должна быть сладкой. Очень вкусная, сладкая, крупная, красивая, классная. У нас много детей, она очень полезная, очень много витаминов, как бы просто вкусно, дети едят, нужно запасаться витаминами. В хозяйстве уже уверены, что этот вид садоводства на Кубани приживется неплохо. В ближайшие 5 лет здесь планируют увеличить плантацию голубики в несколько раз и довести до цифры в 35 гектаров. Юлия Кишинева, Эдуард Тараканов, «Постфактум». Пик сезона не только у аграриев, но и тех, кто трудится в курортной отрасли. Лето в разгаре, отдыхающих море, да и море само зовет. В общем, одним словом, картина маслом. Но всегда найдется тот, кто испортит эту ситуацию. Проблема нелегального алкоголя – один из самых актуальных и горячих вопросов. Каждый день на Черноморском побережье проходят десятки рейдов, и проверяющие собирают богатый урожай. Лидеры фальшивого рейтинга – вино, коньяк и чача. Все то, что пользуется особенной популярностью у отдыхающих. Правда, вместо этих напитков туристам предлагают опасный коктейль из спирта, воды, красителей, ароматизаторов и ядовитого метанола. Только в Анапе с 1 июня составлено 70 протоколов за нелегальную торговлю горячительными напитками. Константин Перминов на примере одного из рейдов расскажет, как работают нарушители и чем может обернуться продажа и употребление суррогата. В
И домашняя выпечка, и домашняя выпивка. К пирожкам и комплексным обедам здесь подают горячительные напитки. Не только вездесущее летом пиво, но и чачу собственного производства. Лицензии на продажу алкоголя нет, как и угрызений совести по поводу неряшливого интерьера, который спрятан за аппетитным фасадом. Грязные вещи, ящики, посуда, рядом с кегами пластик не первой свежести. Не исключено, что в такую бутылочку вам и нальют тот самый алкогольный эксклюзив. Одним протоколом хозяин бизнеса теперь не отделается. По данному объекту также будут продолжены мероприятия, будет направлено письмо в Роспотребнадзор, потому что санитарное состояние неудовлетворительное. В этом магазинчике в поселке Сукко книга жалоб – главный документ. Больше в уголке потребителя и положить-то нечего. Бизнес незаконный со всех сторон. Отсутствует не только лицензия на продажу алкоголя и документы на товар с градусом, нет даже разрешения на осуществление предпринимательской деятельности. А вместо этикеток названия напитков на крышках стандартных полторашек написаны от руки. На это заведение через сайт администрации пожаловались местные жители, которых допекли нетрезвые клиенты. Дети здесь рядом отдыхают, здесь детская площадка, и не очень хочется людям, чтобы это все было видно нашему подрастающему поколению. Дурной пример, еще и с риском для жизни. Что используют для производства крепких напитков в кустарных условиях, отследить невозможно. Самая большая опасность – метанол от этанола. На вид и вкус не отличишь, но 50 граммов спирта технического – это в буквальном смысле убойный эффект. Могут случиться и отказ почек, и слепота, и даже летальный исход. Поэтому при первых признаках отравления, говорят медики, нужно звонить в скорую. А до того, как приехала скорая помощь, надо провести дезинтоксикационную терапию, то есть дать обильное питье, как, возможно, много воды, теплой воды, вызвать рвоту, ну и, соответственно, чтобы не было асфиксии, сделать ревизию ротовой полости, чтобы человек не задохнулся и не захлебнулся. Жертвами неопознанных алкогольных напитков в Анапе в этом году стали уже 8 человек. Чтобы остановить рост этой статистики, рейды межведомственной комиссии в курортный сезон проходят регулярно. Результаты, как сводки с фронта, обсуждают в администрации города-курорта. Ну местные никогда не купят эту бутылку. Это ж покупает кто? Отдыхающий. Вот за неделю сколько? 2,5 тонны изъяли. Ну, как бы 2,5 тонны. Это 2,5 тысячи литров. На всякий случай. 2,5 тысячи литров. Отдыхающие, они даже не понимают. Они думают, это вино кубанское. Это сделано на коленке под краном с добавлением химии туда. Простая вода. Они даже не понимают, что они пьют. И сомелье, и медики сходятся во мнении, покупать алкогольную продукцию можно только в фирменных магазинах. Сюда товар поступает напрямую с завода. Каждая партия и бутылка отслеживается по системе ЕГАИС, а самим винодельням выдается удостоверение качества. Но доплачивать за свое здоровье согласны не все, а спрос рождает предложение. Поэтому нелегальный ассортимент сотрудники полиции и администрации изымают на пляжах, в ларьках и даже из магазинов на колесах. Этим летом улов проверяющих в Анапе тянет на 60 тонн. Подозрительный алкоголь отправят на экспертизу, размер штрафа будет определять суд. Рецидив может грозить предпринимателям уже уголовной ответственностью. Константин Перминов, Наталья Ястребова, «Постфактум». Решают в крае не только проблему нелегального алкогольного бизнеса, но и долевого строительства. Тема обманутых дольщиков для нас важная и актуальная. На этой неделе ее обсуждали в стенах Заксобрания во время последней перед каникулами сессии. Совместными усилиями кубанских властей и парламентариев все больше людей получают ключи от собственных квартир. Достраивать инвестиционно непривлекательные дома будут с помощью краевого бюджета. Также создается региональный фонд поддержки дольщиков. Он позволит привлекать федеральные деньги для завершения проблемных объектов. Благодарю вас за закон, который вот мы приняли, где можем компенсировать в виде участков тем, кто будет достраивать эти недострои. Но еще и 1,5 миллиарда рублей на достройку инвестиционно непривлекательных объектов. Такие у нас тоже есть. Единственное мое требование, Андрей Анатольевич, находится. Одни недобросовестные бизнесмены в строительстве начали и бросили, а другим, не дай бог, дадим на достройку. У нас есть акционерное общество, 100% доля государства, и уже за государственные деньги пусть берут и достраивают. Потому что здесь не до прибыли, здесь нужно закрыть социальную эту проблему, которая явно уже раскалена до предела. Закрыть. Там же в ходе сессии обсудили еще несколько важных для региона вопросов. К примеру, больше 800 миллионов рублей было решено выделить для капитального ремонта районных больниц и поликлиник. Отдельно остановились на развитии в крае системы онкологической помощи. Для амбулаторных центров такого профиля выделят 450 миллионов рублей на закупку оборудования. В перспективе планируется строительство крупного медицинского кластера. Сегодня в Краснодаре нет высокотехнологичной медицинской клиники,
которая могла бы высококвалифицированно оказывать помощь онкологическим больным. Значит, она должна быть. Андрей Анатольевич, мы проектируем онкологическую, у нас же место уже под этот медицинский кластер определено, где будет 5-4 у нас будет там клиники находиться. Иванович, мы приступаем к проектированию в этом году. Хорошо. Мы сейчас готовим деньги проект на проект планировки. Уже предусмотрены, потому что коллеги же знают, что проект же тоже не копеечный, наверное. Конечно. Если на 1000 коек, еще раз подчеркну, коллеги, это не просто больница онкологическая, это высокотехнологичная должна быть медицинская клиника. Техническое задание очень долго согласовывали и советовались с коллегами из Москвы для того, чтобы это был центр именно высокотехнологичный, такой, который позволит работать долгие годы без реконструкции и обновления. Когда проект по вашим подсчетам будет завершен и пройдена экспертиза? А в будущем году? Еще раз подчеркиваю, удастся зайти в федеральную программу, получить федеральные деньги, значит хорошо. Не удастся, будем строить за счет своих. Сейчас идем на рекламу, и вот что будет в третьей части выпуска. Дом безопасный для детей. Сколько малышей выпадают из окон многоэтажек и получают травмы, даже не выходя на улицу. Какие опасности подстерегают детей в квартирах и как уберечься от них. А на утро начинаются прогулки и плавание. Весь день ведет деловые переговоры, руководит крупнейшим промышленным предприятием «Край» и больше полувека счастлива в браке. В рубрике «Свои люди» Любовь Попова о жизни личной и общественной. Маска, я тебя знаю. В Геленджике открылась необычная выставка под названием «Венецианский карнавал». Что за экспонаты представлены в экспозиции и чьих мастеров эти работы? Кроме этого, будет дайджест новостей из наших городов и районов. Посмотрим, чем жил «Край» эту неделю. Так что не уходите далеко. Спасибо, что остались с нами. Мы продолжаем. Акция «Безопасные окна» до конца лета пройдет во всех детских садах Кубани. Дошколятам и их родителям расскажут об опасностях, которые таят открытые рамы и москитные сетки. Тема для нас важная. В июне только за один день в регионе из окон многоэтажек выпали сразу 4 ребенка. Все они получили тяжелые травмы. К счастью, остались живы. Но бывают новости и с печальным исходом. Моя коллега Анастасия Маркова расскажет, какие опасности подстерегают детей в квартирах и как уберечь их от травм. На этих кадрах орудуют неквартирные воры. Так, при помощи монтировки спасатели освобождают юных заложников частного дома в поселке Псибай. В плен малыши попали из-за собственного любопытства. Закрыли дверной замок, пока их мать отлучилась во двор. Но иногда взрослые осознанно подвергают собственных детей опасности. Родители уходили даже на дискотеку. Это в моем личном опыте было. Уходили на дискотеку и детей просто оставляли дома. Одних. И потом соседи или кто-то знакомые вызывали спасателей. Всего минутой напуганный малыш в поисках выхода уже забрался на подоконник. И хорошо, если спасатели вовремя успевают помочь ребенку. Ну, одному в квартире страшно оказаться, потому что родителей может не быть и может что-то случиться. Чаще родительская беспечность приводит к более страшным последствиям, и помощь требуется уже не спасателей, а медиков. Так, в Краснодарском крае всего за один июньский день из окон выпали сразу 4 детей. Все они облокотились на москитные сетки и получили серьезные травмы. Еще один случай произошел в одной из гостиниц Сочи. Там с балкона отеля упала 1,5-годовалая девочка. Во время игры она облокотилась на стекло, которое не выдержало веса малышки. Большинство несчастных случаев с детьми происходит именно на отдыхе. Неважно, где он проходит – на берегу моря, во дворе или в собственной комнате. Мы удивляемся тому, как много происходит фактов травмирования, гибели детей. Мы теряем драгоценные жизни наших детей по причине беспечности взрослых, непониманию или нежеланию признавать, что проблемы безопасности – это наше общее дело. Истории от своих травмированных пациентов Андрею Ефремову хватит на новую научную работу. Заведующий отделением даже ведет негласный рейтинг. Руки и ноги чаще всего ломают дети до 7 лет. Причем в лидерах мальчики. Девочки же в отсутствие взрослых исследуют мир на вкус. Часто поступает это отравление различными моющими растворами. Да, вот крот пресловутый и так далее. То есть тоже все нужно правильно хранить. Об опасностях, которые таит квартира, Радмила Муратова своей дочери объясняла сотню раз. Но даже это не уберегло девочку от неосторожного падения. Перелом правой руки со смещением и, как результат, больничная палата. Рука не болит,
спасибо. Врачи помогают. Надо к врачам, конечно, ходить долго, когда у тебя перелом. Молодая мама Нинель Восконян не стала дожидаться несчастного случая и заранее оборудовала квартиру всем, что может обезопасить ее крох. Шкафчики закрыла специальными блокираторами, убирает даже нижнюю ступеньку лестницы, чтобы дети не смогли подняться на второй ярус кровати. Но главный козырь женщины в борьбе с бытовыми травмами сыновей – строгое соблюдение правил. У нас от малыша спрятаны все стулья, чтобы он не поднимался на высоту, даже не подходил там к тому же окну, не упал со стола. Вот. Ну, а розетки вообще никогда не разрешаю им трогать и не включать телевизор. Излишне ограждать детей неверно, считают психологи. Малышей необходимо учить жить в быту. Регулярно и осторожно знакомить со всем, что таит опасность. Берем чашку, наливаем горячую воду, ждем, пока она остынет до такой степени, чтобы оно чувствовалось прям, что вот горячо, но все-таки не давал нам ожог третьей степени. И даем потрогать ребенку. И показываем, что ай, горячо. Такие нехитрые действия более эффективны в воспитании. Ребенок быстрее запомнит о том, где его подстерегает опасность. Но главное правило в сохранности здоровья и жизни детей – постоянный родительский контроль. Анастасия Маркова, Михаил Бойправ, Михаил Полищук. Постфактум. А у следующей нашей героини утро начинается по-спортивному бодро, с плавания и прогулки с собакой. А после традиционно деловые переговоры и встречи с жителями региона. На этой неделе героиня рубрики «Свои люди» – председатель общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова. Давайте знакомиться. Родилась в 1949 году. Образование получила в Норильском вечернем индустриальном институте. Трудовую карьеру Любовь Попова начинала в местном правлении научно-технического общества цветной металлургии. В 1983 году Попова переехала в Мурманскую область, где проработала 6 лет на горнообогатительном комбинате, а в 89-м вслед за мужем отправилась на Кубань. И долгие годы возглавляла направление маркетинга на Шедокском гипсовом комбинате. В 2012 году Любовь Попова возглавила семейный бизнес, кирпичный завод в Мостовском районе, а спустя год за активную жизненную позицию ее назначили председателем общественной палаты Краснодарского края. О том, почему когда-то выбрала совсем не женскую профессию, чему учит своих детей и внуков и как оценивает перспективы строительной отрасли Кубани. Обо всем этом и не только Любовь Попова рассказала моему коллеге Андрею Кныпе один день с председателем общественной палаты Краснодарского края. Любовь Викторовна, доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Рад с вами познакомиться. Расскажите, в чьей компании начинаете свой день? Любимицу зовут Рокси. Рокси, привет, Рокси. Можно, да, тебя погладить? Привет. Конечно. Ну вот расскажите, как она у вас появилась в семье? Я в Фейсбуке увидела объявление, что братьев этой красотки разобрали. И вот одна такая грустная и видео. Я поняла сразу, что надо ехать в Анапу. Там наш вот этот ребенок. Папа известный у нее юг. Он весь такой с медалями. Хороший, добрый. Главная черта этой собаки – доброта. Ну и ум. Впрочем, любят корги не за родословную, рассказывает Любовь Попова. В их семье всегда хорошо относились к собакам, и теперь каждое утро начинается в такой милой компании. Вместе с Рокси домочадцы привыкли рано просыпаться, плотно завтракать и совершать утреннюю прогулку. Ежедневно проходят 5 километров. Вот знаете, есть такое расхожее мнение, что домашние питомцы обычно вот чем-то, какими-то чертами похожи на хозяев. Вы знаете, мы с ней очень похожи. Я недавно в Фейсбуке разместила нашу совместную фотографию, написала «Худеем вместе». Собачник в душе муж Алексей на боевом посту. Он всегда готов подменить жену. За 52 года в браке супруги научились понимать друг друга с полуслова. Познакомились в родном для Любови Поповой Норильске и с тех пор не расставались. Училась в 7 классе, а муж был на 4 курсе института, до 10 класса включительно. Мы общались как друзья. Сразу после школы вышла замуж, поступила в институт. Вот, замужество не помешало учебе. Он такой спокойный, он такой козерог, вот, он такой старше. Это одно. А я, наоборот, мне все время надо двигаться, вот, я энергичная. И вот для того, чтобы две противоположности жили вместе и долго, нужен очень большой труд. В общем, семья – это работа.
За мужем Любовь Попова и отправилась в Краснодарский край. Алексея позвали работать на Шидогский гипсовый комбинат. Сначала он приехал сам, а после перевез жену и детей. За 30 лет Кубань стала родным домом, рассказывает Любовь Викторовна. Здесь появились внуки. Сегодня старшая Женя студентка. Выбрала специальность лингвистика. Учиться нравится – это главное, делится любящая бабушка. Она старается во всем поддерживать внуков. Тем более сама когда-то освоила достаточно сложную специальность, не женскую. Папа меня возил всегда с собой в цех, потому что работали и по воскресеньям тогда, и по субботам. И я там с детства привыкла к запаху стружки металлической, к работе техники, кранов и всего прочего. Поэтому для меня выбрать эту профессию, инженер-механик заводов черной и цветной металлургии, было прямо, ну не знаю, делом желания жизни, и я этого хотела. Но даже в такой сугубо мужской профессии Любовь Попова всегда оставалась и остается женщиной. Одевается с иголочки и только в деловые костюмы, даже на прогулке с собакой. Этому, как и многому другому, научилась у немцев, а еще узнала, как грамотно вести бизнес. В 1996 году супруги Поповы активно занялись изготовлением кирпича. Завод находится в Мостовском районе. Сегодня его продукция известна по всей России. К семейному делу подключился и младший сын Алексей. Алексей Алексеевич, я с гостями. Очень приятно. Да. С семьей, со своими сыновьями. Мы начали работать все-таки в немецкой компании. И оттуда мы очень многое взяли. Вообще иностранцы начинают бизнес в России с корпоративной культуры, чтобы люди поняли цель. У нас есть династии работников наших, когда работали папы, мамы, да? Семьями и продолжают работать. Благодаря таким семейным стараниям на заводе ежегодно выпускают до 30 миллионов штук условного кирпича, при этом всегда следят за потребностями покупателей. Так совсем скоро на предприятии запустят линию по изготовлению кирпича ручной формовки. Он будет более устойчив к условиям побережья, а именно к влажности и соли. Новый кирпич станет незаменимым материалом в строительстве туристической инфраструктуры. Структуры для отделки гостиницы, отелей Кубани и Крыма. Любовь Викторовна, как руководитель, строгий или больше все-таки как мама? Она прежде всего созидатель. И в целом внутри нашей семьи действует такой негласный закон ведения бизнеса. Это горизонт планирования уходит за нашу личную жизнь, что накладывает отпечатки на ведение бизнеса, на подходы. Возглавляя маркетинговое направление на гипсовом комбинате, Любовь Попова, по сути, занималась развитием рынков Юга России, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Закавказья. Такой разносторонний опыт и помог в дальнейшем стать председателем Общественной палаты края. 2013 год. Перед только что сформированной организацией стояли важные задачи, которые, впрочем, с тех пор изменились мало. Это защита интересов кубанцев. Есть вот население, житель, есть власть, да? Вот в этом диалоге какую роль играет Общественная палата? Она и создана для того, чтобы диалог между людьми, между гражданами нашими и властью состоялся. Ведь не всегда действительно человек может прийти и на каком-то языке разговаривать с властью. Он, может быть, не может обозначить свою проблему или, может быть, не знает какой-то закон. Сегодня в Общественной палате края около полусотни человек. Представители общественных организаций, культурные деятели и благотворители, юристы, экономисты. Они входят во все экспертные и консультативные советы при краевых и федеральных органах власти. А также обсуждают каждый законопроект, который рассматривают депутаты ЗСК. Это строительство отношений, оно... Ну, для нас сложным не было, потому что мы все новое объясняли, и власть это принимала. Тут ведь главное не с властью построить отношения. Тут главное выстроить отношения с людьми и получить их доверие. Чтобы помогать населению, грамотно Любовь Попова занимается самообразованием. Когда есть свободная минута, любит почитать. Я смотрю, у вас книги, да, на рабочем столе. Ну, вот эта книга «Жажда», например, это написал ее Игорь Рыбаков. Он был у нас на форуме «Дело за малым». И он приходит здесь к выводу, что по большому счету в бизнесе не существует никакой другой энергии, кроме личностной. Любовь Попова и сама энергичный человек сидеть сложа руки не умеет. Такой подход к жизни старается прививать и детям, и внукам. Вот откуда черпаете силы? Самое главное – это когда ты видишь результат. Даже пример
приведу. Человек из Туапсе звонит и сообщает, девочка попала в катастрофу автомобильную, плохо-плохо, и местными силами ничего не сделать. Звоним Рошалю. Имеем возможности такие. Сегодня эта девочка уже закончила школу, уже учится. И вот все вот это, понимаете, мы же работаем, здесь не платят заработную плату. Тем не менее, каждый член общественной палаты, он вот такой вклад вносит, вот это всё и дает вот силы. Да. Все дает силы. Окружение, люди. Теперь отправимся в путешествие по Кубани. Неделя была богата на новости. Что еще интересного произошло в других городах и районах? За 3 минуты обзор главных краевых событий. Поехали. В станицу Суздальскую под горячим ключом провели газопровод. Длина новой ветки составила больше 2 километров. Этого события в поселении ждали давно. В станице проживают 1500 человек. Теперь им не придется каждый месяц заказывать машину с древесиной и по старинке рубить поленья. Газ уже получают улицы Лесная, Заречная и переулок Полевой. Подключение домов проходит поэтапно. Следующий на очереди в районе поселок Приреченский. Большой ремонт стартовал в Пролетарском сельском поселении, это Кореновский район. Основные работы идут на местном водоводе. Заменить предстоит около 600 метров труб на улице Советской. А на почтовой сети уже успели обновить. Обновили и дороги, на улице Мира сделали ямочный ремонт. Там же установили новые фонари и провели 1,5 километра освещения. Маляры штукатуры хутора Пролетарского тоже не сидят без дела. В 27-й школе завершают косметический ремонт. Классы и кабинеты уже готовы, остался только коридор. В станице Благовещенской изменили схему движения сразу на нескольких улицах. К примеру, одну из центральных, пограничную, сделали односторонней. Теперь по ней с комфортом можно доехать прямо к пляжу. Для этого обновили дорожное покрытие. Часть автомобильных потоков перенаправили на улицу Лиманную. Это поможет разгрузить дороги и уменьшить пробки. А еще в Благовещенской сейчас реконструируют парк. Уже проложили дорожки по всей территории зеленой зоны, провели ландшафтные работы. Осталось только установить скамейки и оборудовать игровые и спортивные площадки. В Геленджике проходит венецианский карнавал. Так называется необычная выставка масок, которая работает на курорте. Все экспонаты изготовлены вручную по старинной технологии. Чтобы каждая модель выглядела роскошно, ее кропотливо расписывают, украшают золотой и серебряной фольгой, стразами, перьями, кружевами, бисером. В ход идут дорогие ткани и даже драгоценные камни. К примеру, вот это баута, одна из любимых масок легендарного Джакомо Казановы. Появилась в 17 веке. Всего в экспозиции больше 70 работ европейских мастеров. Погрузиться в атмосферу венецианского карнавала в Геленджике можно будет до конца июля. В Туапсинском Орленке встречают детей подтопленцев из Иркутской области. На данный момент в центр уже приехали больше 150 мальчишек и девчонок. Делегацию юных гостей встретили вожатые. Ребят распределили в несколько лагерей. Это Солнечный, Стремительный, Штормовой и Солнышко. Всего в Туапсе отдохнут 250 детей из Иркутской области. После стихийного бедствия они нуждаются в особом внимании и пробудут в Орленке до 15 августа. Отдыхать на Кубани ребят привезли по поручению министра просвещения России. Вот такую мы увидели эту неделю. А завершить программу я хочу датой, которая для нашего региона становится все более близкой, и это не может не радовать. Завтра в нашей стране отметят День металлурга. У праздника нет четкой даты, обычно это 3 воскресенье июля. Конечно, до таких металлургических монстров, как Челябинск, Новокузнецк, Магнитогорск, нам еще далеко, но у нас в крае теперь есть быстро растущий и набирающий силу конкурент – Абинский металлургический завод. Предприятие работает уже почти 10 лет, и сегодня уже на юге нашей страны ему нет равных. Пожелаем его работникам не сбавлять темпов и поздравляем еще раз с профессиональным праздником. Кстати, помните один из самых популярных советских фильмов, где была показана работа металлургов? «Весна на Заречной улице». Лента в конце 1956 года стала лидером проката и собрала более 30 миллионов зрителей. Предлагаю посмотреть отрывки из этого кинофильма и еще раз поздравляю всех металлургов. А у меня на этом все. Увидимся в следующую субботу. Новый год встречаем с елкой. В ноябре-то? Ага. Это по какому же календарю? По мартеновскому. Что, Сашок, дожал? Ага. Дай-ка я тебя расцелую. Проходите, родненькая, заходите. Я и говорю, проходите, проходите. Располагайте, здесь у нас тихо будете, как в родной семье. 250 рублей. Сколько? Таких и цен нет, Марья Гавриловна. Так и комнат таких нет. Отдельные, мы ж с мебелью сдаем, а свет, а уборка. Мы на 8-м своем мартене варили огненную сталь.
и, обогнав часы и время, внесли поправку в календарь. Мой друг простой по виду парень. Он не гитарой знаменит. Он просто сталь в мартене варит, за партой вечером сидит. Тут про все написано, и про кислород, и про талант, и про то, что ты в школу не ходишь, а больше про нее. Про кого это про нее? Про печь.